Чрезвычайное происшествие взбудоражило курганцев около часа дня 24 мая. С фасада дома номер 21 по улице Ленина откололась лепнина, расположенная под самой крышей. Все осколки обрушились на тротуар. По счастливой случайности никто из пешеходов не пострадал. Мы услышали сильный грохот внутри магазина. Сотрудники детского зала ко мне подошли и сказали: «Ира, что-то произошло снаружи». Я вышла и увидела такую картину, что произошло большое обрушение лепнины с крыши здания. Далее я вызвала службы коммунальные, аварийную. Они сказали, что предпримут меры. Я позвонила сотруднику, который вышел в соседнюю аптеку. И она сказала, что она чудом не пострадала. Ее толкнула женщина на дорогу. В этот момент камень почти на нее прилетел. В целом, в сложившейся ситуации очень интересно, куда смотрят коммунальные службы, так как мы платим большие взносы коммунальные. У нас в том числе был капитальный ремонт крыши, и каким образом они это делали, неизвестно.